Есть! Вместе с ним! Это весело! Ребята, в этом ролике мы разыграем Гаррис мод. Все, что нужно сделать, написать любой комментарий, подписаться и поставить лайк. А победителя вы сейчас видите на своих экранах. Напиши мне в Дискорде, в Телеграме или ВКонтакте и забирай свою игрушку. Тем удачи. А ну, я пошел дальше охранять пиццерию. Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Найтмун, Серега, Дарк Драгон, Бродяга, Неон Кэт, пацаны, скажите крутые слова. Всем приветики, омлетики. Хай. Сегодня мы играем на карте Big City и будем скидывать друг друга с крыши самого высокого дома на этой карте. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Поехали. Ну что, пацаны, выживет самый сильнейший. Когда мы выбирали машину, у меня был выбор, взять быструю машину или медленную, но мощную. Но так как здесь идет о скидывании, а не о гонках, то надо брать медленную и мощную. Смотрите, как мы сейчас Запорожец скинем. Первым ушел. Серега, к тебе. Не зря я сделал этого кабана. Смотрите, что он делает. Рвет. О, два, Серега! Минус один. А че все на меня накинули, Серега? Я за тобой. Я на тебя не накидывался. Давай, прощай. Ого, я тебе жахнул. Неплохо. Ах ты, блин, на своем вонючем КамАЗе. Это нормальная КамАЗ. Техника. Это техника и сила. Не, для того, чтобы меня мочить, надо Серега еще поймать меня. Ой-ой-ой-ой. Да, Серега, это было попично. Тихо, тихо, Запорожец. Ты не на того нарвался, теперь моя очередь тебя скидывать. Погоди. Нет, Серега, нет. Хорошо, что я взял этого кабана. Я рад. Я на тебя почти загрузил. Нельзя загружаться, я перевозка платная. $50 в час. Давайте, километр. Толкайте. О, спасибо, что помог. Смотрите, толкайте. Все против меня. Ой. Серега, нема безвыходных ситуаций. Есть плохой водитель. О. Газуй. Упал еще один? Меня да. Скинули свои же. Отлично, ребята. Ну, пока весь мы тащим. Дураки, Серега, когда я стану с тобой один на один, а это случится, я тебя скину. Еще один упал, самовольно. Я скажу, наши какие-то кончики безмозглые катаются. Ну что, Серега? О! Запорожец погрузился. Спасибо, я там не буду. Серега, прощай. Последние твои слова. Серега, я тебя сейчас посмотрю. Я живу. Не-не-не-не-не. Нет. Так, сейчас, подождите. Что надо сделать? Надо придумать какую-то очень классную тактику и придерживаться ее. Пока его... Да нет, Запорожец. Блин, классно, что я взял этого тяжелого грузовика. Серега пытается, но у него не получается, потому что не хватает тяги машины. Ну что, Сережечка, пора тебя скидывать. Иди сюда. Смотрите, загрузились в его машину. Получается, я что, всех вас скину? Эй, стой, Серега! Карусель наливай, скорей. Дим, назад. Я тебя обгоняю, кстати. Карусель. Опа. Давай, Серега, тащи. О, блин, задел, видели, приподнял заднюю ось. Таким образом можно слиться. Серега, гаси. Нет, есть, сейчас. Давайте что, на боком поймать Серегу. Вот так. Сейчас. Нет, нифига. Смотрите, как шлифует, хочет уехать от наказания. Серега, на... Ну что, Серега, хорошо ты встал, хорошо. Прощай! Ну что, ребята, теперь можете брать машины, которые вы лично сами хотите с любого пака, кроме танков и броневиков. А я буду на этой, мне она понравилась. Крутая машина. Дима, с такой можно? Да любую, давайте. Посмотри назад. Можно, но только стрелять с нее нельзя. Я знаю. 5, 4, 3, 2, 1. Битва началась. Так, подожди, стой! Ты взял читерскую машину! Бум, я еще по этому проехал, по дому. Ого, аж загорелось. Ну блин, ну вы меня убили. Красиво. Ему убили? Да, он взял машину читерскую, скину. Кто-то упал, а кто там упал? Смотрите, как красиво летит, мне нравится. Дом высоченный. Серега, ты где? Я вот, мафия машина. Так, я с тобой буду. Мафия. А, ты бензовоз. Да. Ну что, Серега, смотрите, как круто смотрится с папайруса погонять.
Давай, поехали. Серега, ну что ты наделал? Это читерская машина, Дима. Да, кстати, не будем ее больше использовать, эту машину. Кто сказал, ты... Да ну ему ж не знали, что будешь так всех скидывать, а он знал этот секрет машины этой. Поэтому и взял ее. Ну я ничего, не... знаете, что может случиться? Он может ошибиться и упасть. Смотрим, смотрим, как он будет гонять сейчас. Подсядут пацанам. Вот, смотри, о, тупо всех скидывают. Самогусом погоняем. Ну что, давайте. О, еще один улетел. Вот там где-то летит внизу. Давай против этого читера. Ну что, вдвоем его скидывайте. Надо разгон побольше, пацаны, взять. О, все. Наконец-то этот вонючка улетел. Ну что, Амогус, давай, за тебя болею. Охранник пиццерии или Амогус? Все. Все. Это было красиво. 3, 2, 1, 0. Битва началась. Выиграет сильнейший. Да, на танке вообще жирно можно покататься. Да, ты свой грузовик можешь, знаешь, куда засунуть? Ой, иди сюда. О, Голя ща прописал. Кто там на танке упал? Я сейчас тоже упаду. Нет, 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 нет. Отлично, отлично, ребята. Вырулил, вырулил. Стоп, стоп, пожалуйста, не надо. Прощай. Ой-ой-ой, смотри, смотри. Улетел вниз. Танк брать была плохая идея. Да? А чё? Я сразу слился. А, ты не умеешь им управлять? Нет, он слишком резкий и... Ой-ой-ой, смотрите, что делается. Давайте поможем Челепиздрику. Прощай, сынок. Я, Димас, к тебе подсел. Хорошо. Ё-моё! О, я вообще в воздухе постреляю. Я скинул одного. Вот это грохот. Дима, это ты в танке? Да не, я упал только что об асфальт головой, это было больно. Ну что, а кто остался живой? Я остался, и чел какой-то в танке. О! Так, Серега, я к тебе подсел. Давай. Вы не смотрите, ребята, как же ж этот челик играет против Сереги. Интересно, кто же выиграет? Я думал, упадет сейчас. Стрелять можешь? Нет. Кто это стреляет? Я не знаю. Давай, 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 Серега. У вас разные танки, кстати. Ой, все. Это... Ну что, давай, блин, еще бы чуть-чуть бы и упал. Жопа аж приподнялась, ребята. Ну еще бы чуть-чуть. Да, да. Короче, пацаны, кто упадет, тот лох. Из вас. Посмотрим, кто из вас лох. Оба одинаково упадет. Тогда два лох. А нет, тогда никто не лох, ничья. Ну танк, все. О! Давай, 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 давай. Блин, еще бы чуть-чуть. Во-во-во-во-во, перевернуть можно. Да, я его хочу перевернуть. Давай, давай. Давай! Есть, 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 есть! Боком, боком! Ай-яй-яй, сейчас ки! Давай! Есть! Ну что, кто будет на машине сбивать? Серега, давай ты! Я. Давайте Серега. Серега, ладно, он выиграл. Он выиграл, и поэтому будет нас сбивать. Да что, на какой машине ты будешь сбивать нас? Танк. Ну что, 3, 2, 1. Битва началась. И кто проигрывает, может любую брать машину для того, чтобы сбивать пацанов. Уже одного сбил. Да что такое? Что за пацаны с нами играют? Бери машину, чел. Бери машину. Давай, Серега, я стою, сбивай меня. Посреди моста стою. Димас, не надо, я еще с тобой повыживать хочу. Ха-ха-ха! Я знал, что он ударится. Так, а что у тебя так, это, опущена морда на танке? Опущена? Заниженный. Ну, то, наверное, у меня... У вас пацаны тоже? Да. Да. А, все, понял. Он заниженный. А, это заниженный. А, заниженный танк. Пацаны, есть, будьте осторожны. Ну, и лёгкий. А, ё-моё, ещё чуть-чуть. Ты что, мальчик? Серега, вокруг столба буду... Буду вокруг столба бегать, как дурачок. Пацаны, давайте его будем обманывать. Да так нечестно. Дима, вот он. Иди ко мне. Вот я. А кто проиграл? Чего вы танки не берете или машины сбиваете? А он не берет что-то, я не знаю. Я его убил, он не берет танк. Давай, он, Серега, я на краешке дома стою. О, наконец-то и сам себя. Давай. Так должно быть, значит. Сереге так так прикольно смотрится. Ну что, Серега, ты едешь? Еду в соседнее село.
Он даже вот так вот мне нравится падать. Ой, ёба, то стой, это не считается, стой, стой. Считается. Да случайно, да нет, давай же, чтобы по красоте было, да сбивай. Считается, всё, Дима. Да сбивай. Бери машину. Хорошо, ладно, ладно, давайте по-честному будем. Он опять тебя убил. Да что же, значит. Давай. Да надо не танк брать, надо, пацаны, быструю машину брать. Почему вы не можете убить? Надо машинку вот такую брать, или пиздришечку. Можно, да? Ну, конечно. У Димаса есть шансы. Не за колонны спрятаться. Ну что, иди сюда, сынок вонючий. Эй, Серега, стой, я ж свой. Давай, давай, Серега, нас двое. Мы его сейчас задавим, этого паразита. Я его ударю. Отлично, значит, жизни отнялись, пацаны. Ох ты, это было рядом. Я драгона ударил тоже. Я знаю, что надо резину разогреть. Только тогда смогу сбить. Сейчас резина разогрейшн. А, на крыше не дает дыма много. Я вон, Крэд сдох. Давай. Сдох? Берите, да. Ух ты! Я думал, все-таки он выбежит. Так хоть кого-то сбить. Дотронулся, я видел. Странно, когда мы их ударяем, искры идут. Они что, из металла? Да. Ух ты, извини. За того убили. Это наш кооперативное убийство. Я его тот бочина его. Это было эпично. Давай, иди сюда, щенок. Ух ты! Я его собью, я его собью. Красиво, видели, как уклонился? Чуть ли не перепрыгнул машину. Ух ты! Есть! Вместе с ним! Это весело! Давайте еще. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще? Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и после мои ролики еще. Ух ты! Ой-ой-ой!